Ребята, всем привет! У нас сегодня покупки для машины. Смотрите, что у нас тут такое есть. Написано «Автовоск». Мягкий. Вот, вот такая вот штуковина. Стоит 147 гривен. Доллар у нас 28. Вот, уже открыты чуть-чуть. А, вот смотрите, тут губка есть такая интересная. Да, и вот воск. Это для того, чтобы она сияла. Вот, что у нас тут еще есть. А, вот, смотрите, очиститель кожи. Тоже такая интересная штуковина. Вот. Кстати, вот смотрите, что тут у нас тоже есть. Масло силиконовое. Это для того, чтобы убирать ржавчину. Вот. А мы взяли... Сейчас я вам покажу, что мы взяли. Вот мы взяли антифриз. И мы взяли... Сейчас покажу на витрине. Так. Вот у нас тут есть омыватель стекла. Стоит 69 гривен. Его тут много, почти 3 300 килограмма. И мы еще взяли такую маленькую штуку. Вот этот вот размораживач стекла. Почему он размораживает стекло? Кстати, я тут недавно узнала, что нельзя, в принципе, взять, вот вылить, например, кипяток на лобовое стекло, потому что оно треснет. Вот если у вас заморозилось лобовое стекло, зима, вот, надо использовать вот такое специальное размораживающее стекло. Вот. Ну, вот такое вот с правой стороны взяли. Ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Обязательно напишите, какой вы используете размораживатель стекла. Пока.